BMW 7 серии в кузове E65. Ставим навигационно-мультимедийную систему в стиле G11, G12. Вот такой штатный монитор снимем, он там 8,8 дюймов, а поставим вместо него вот такой 10,25 дюймов. Так вот, аппарат уже установлен, вот как это все выглядит. Сбоку все технично, технологично. И самое главное, как он функционирует. BMW 7 серии в кузове E65, также E66. Вместо штатного монитора поставили большой полноценный навигационно-мультимедийный центр. Здесь все, смотрите, технологично, на оригинальных креплениях. И справа сейчас YouTube, слева Яндекс Навигатор. Звук идет штатно в акустическую систему стерео, регулируется крутилками или кнопками на руле. Любое приложение, пускай это будет Яндекс Навигатор, развернем на весь экран. Мультитач-сенсорное и голосовое управление. Любые необходимые приложения сами скачайте из Play Market, загрузите их на рабочий стол. И будете пользоваться так, как будто всегда здесь и были. Онлайн-телевидение, все каналы со всего мира в высоком качестве, со стереозвуком, к вашим услугам. Переключение задней передачи всегда будет в приоритете. Нами установленная система парковки. Раньше тут вообще не было камер. Все штатные функции, опции, возможности остались в первозданном виде и вводятся теперь на большой монитор. Что-то там настроили, отрегулировали и опять провалились в мир современной мультимедии, потому что там гораздо интереснее. Обращайтесь.